Если оплата коммунальных услуг каждый месяц уносит существенную часть дохода вашей семьи и проделывает в бюджете серьезную брешь, то подлатать ее помогут субсидии. Их размеры в ближайшее время изменятся. В какую сторону, расскажет Ольга Пырочкина. Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг называют основной мерой социальной поддержки населения. Действительно, право на них имеют те, кто отдает за квартиру более пятой части семейного дохода. С начала года помощь получили более 16,5 тысяч семей. Среднемесячный размер начислений на одну семью приблизительно 1134 рубля. Однако уже в следующем месяце сумма окажется меньше. Дело в том, что теперь платить за отопление жители Чувашии будут не круглый год, а только в отопительный сезон, который в республике обычно начинается не раньше октября. 1 августа этого года у нас плата за отопление в соответствии с новым порядком, который действует на территории нашей республики, будет взиматься только в отопительный период. Соответственно, в августе и в сентябре этого года граждане у нас платить за отопление не будут. Так как уменьшается размер платежа в этот период граждан, соответственно, размер субсидий тоже уменьшится. И при этом, как уже было отмечено, с октября месяца, после того, как платы за отопление в структуре платежей вновь появятся, размер субсидий у нас увеличивается. Иными словами, пугаться не стоит. Специалисты говорят, если взять в целом по году, то размер субсидий скорее возрастет. Если сейчас в июле месяце средний размер субсидии составляет 1134 рубля, то по году он составит 1370 рублей. Впрочем, повод для расстройства у отдельных категорий граждан все же есть. Сейчас, когда мы определяем размер субсидии, мы выплачиваем субсидии не более фактического размера оплаты за жилищно-коммунальных услуг. Это было раньше. А сейчас еще добавляется как бы фраза, что уменьшенных на размер мер предоставляемых соцподдержки. То есть, допустим, мы говорим, если инвалид получает субсидию, или семья проживающая, в которой проживает инвалид, получает субсидию, то в этом случае при расчете субсидии уже как бы максимальной суммой будет размер фактической оплаты за жилищно-коммунальные услуги минус 736 рублей, которые государство дает в качестве меры социальной поддержки инвалиду. Есть и хорошие новости. Так как с декабря этого года собственники будут сами оплачивать капитальный ремонт своих домов, то эти расходы включат в расчеты размеров субсидии. Ольга Пырочкина, Николай Яковлев, Республика.